Традиционного масштабного шествия в этом году на 9 мая не будет. Вместо этого ульяновцев приглашают присоединиться к другим акциям, среди которых «Бессмертный автополк». Водители уже начали размещать на окнах своих авто фотографии героев Великой Отечественной войны и погибших участников специальной военной операции. Тем, у кого нет технической возможности подготовить портреты, помогают сотрудники МФЦ. Чтобы обратиться за помощью к сотрудникам МФЦ по оформлению макета для акции «Бессмертный полк», необходимо предоставить оригинал фото лично, либо отправить скан на почту интересующего вас отделения. В прошлом году в многофункциональных центрах напечатали более 800 портретов героев. В этом году сотрудники также ожидают большое количество обращений. В макете разместит фамилию, имя, отчество героя, его годы жизни, возможно, размещение его звания, если таковое имеется, и распечатает данное фото в формате А4. Все портреты в МФЦ печатаются в черно-белом варианте. Распечатать цветной вариант и заламинировать фото героя желающие могут в фотосалонах на собственное средство. К акции «Бессмертный автополк» уже подключились транспортные предприятия региона, которые разместили около 3000 материалов. Готовятся ко Дню Победы и жители. Я решил эту акцию поддержать в этом формате. И наклеил фотографию своего дедушки. Дедушка участвовал в Великой Отечественной войне, бабушка работала в тылу. И когда в 1945 году дедушка был переброшен на японские границы, первым поднял в атаку своих бойцов, за что был удостоен наград за отвагу. Кроме того, ульяновцы могут принять участие в акции «Бессмертный полк» в формате онлайн. Для этого необходимо загрузить фото героя на сайт «Бессмертного полка России». 9 мая портреты будут показаны на сайте, по телевидению и на других медиаплощадках. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.